добрый вечер. Сегодня, как видите, у нас будет салат сегодня, потому что Новый год приходит, с этим праздником. Готовиться надо, поэтому сегодня видом на елочка будет у нас салат на Новый год. Будем готовить. Здесь курица нарезанная, посолим, потом отправим майонез, одну ложку, я отправлю 2 ложки майонеза и помешиваю, мне удобно так, потому что не люблю сетка делать или что-то делать, я не люблю. Поэтому мне удобно так. Я уже варила все, я терку сделала, чтобы удобно было. Вот, отправим нашу курицу. Все. Так сделаем, чтобы чуть-чуть длиннее было. Потом форму даем. Я сначала картошку отправлю, потом начинаю форму даю. Все, у нас курица готова. Посолим тоже картошку чуть-чуть. И отправим майонез. 2 ложки половина отправим. На картошку тоже будем помешивать. Так. Хорошенько помешивает. И уже я, как я сказала, мне удобно так. Поэтому каждый раз я так сделаю. Теперь картошку отправим. Ровненько сделаем картошку тоже. Картошку ровно сделайте. Потом с ложками мы будем елку форму сделать. А, да, если тарелка чуть-чуть больше сделаете, ничего страшного. Когда форму даете, посмотрите, как вам удобно. Некоторые люди будут с формы сделать. Я не люблю, когда с формы сделать. Поэтому мне удобно так. Вот так ровно сделаем по чуть-чуть края. А теперь посмотрите, вот ложкой мы будем давить вот так. Чуть-чуть давить. Вот так будем давить и откроем там, края откроем вот так. Другую сторону тоже будем также сделать. Если тарелку намажете, ничего не страшного, потому что салфетки на мультипотреб. Вот. У нас готова видом елочка. А теперь мне здесь на рубни есть соленый его что-то.
майонез не сделаю, вот так поставлю. Так будем поставить все. Следующий слой — морковка уйдет. У меня 4 штуки я варила. Ну, у кого есть большой, ничего страшного. Да, майонез отправим на морковку тоже. Помешаем тоже чуть-чуть. Ставим чуть-чуть морковку. Я сначала, у меня свекла есть вареный. Я отправлю свеклу сначала, потому что свекла на яичко у нас будет показывать свой свет, поэтому я отправлю сначала свеклу. Морковку отправлю. Кому как нравится, посмотрите. Если хотите вид, то красный, то на яичко поставьте свеклу сначала. Последний слой. Вот, у нас свекла готовая, тоже я форму сделаю вот так видом. Сначала я наверх поставлю свеклу, потом края поставлю. Я намажу края тоже тут также. Посмотрите, чтобы это видом елочка вам показывала, не закрывайте елочку. Теперь поставим морковку тоже. Потихоньку поставьте, да, ваше, что хотите, поставьте, потом форму даете. У меня почти готово. С другой стороны тоже будем готовить. Остался, я поставлю наверх, может быть, морковка. У меня сейчас яичко поставлю. Морковку сделаю, желток тоже. Я отправлю белок, желток вместе я отправлю. Возьмем и все. Теперь майонез отправим. Последний слой, поэтому надо хорошенько майонез отправить. У меня сыр есть, тоже твердый сыр. Я отправлю вместо яичком. Тоже отправлю. Хорошенько помешивает яичок и сыр. Теперь наше яичко подходит, последний слой.
сыром. Я будем оформлять тоже вот так. Потихоньку всю нашу красоту поставьте и посмотрим, что будет. Вот у нас готово. У меня почти чуть-чуть осталось, я поставлю наверх. А теперь у меня здесь есть. Свекла. Я поставила на не свекла вот такие. А у меня формочка есть вот такие, видим. Будем оформлять нашу красоту. Вот так поставим. Что хотите, поставьте. Я поставила свеклу нашу. Теперь мне надо поставить сюда кукуруз. Вот такие баночки кукуруз. Вот так. Мы поставим кукуруз тоже. Только не надо, только по чуть-чуть поставьте и все. Много кукуруз не надо. Вот так поставим кукуруз тоже. А у нас будет готово потом. Можете поставить свекла, вы можете поставить кукуруз, вы можете поставить зелень, петрушка, кинза, что хотите поставьте. У нас не любит зелень, все, поэтому я поставлю такие. Блюдо, наш салат вот так выглядит. Посмотрите сами. Видим, елочка у нас почти красиво, вкусный салат будет. Давайте, до свидания, всем пока-пока. Кому понравилось, поставьте свои лайки. Да, колокольчик нажмите, новое видео приходит вам. Давайте, до свидания, всем пока.